Приготовьтесь к передаче сновидений. Понял, док. Ты всегда был начеку, когда дело касалось Мегамена. Этот синий негодяй появляется в самые неподходящие моменты. Понял, доктор Уайли. Мы готовы к работе. Машина сновидений полностью заряжена, док. Отлично. Катман, Гуцман, займите свои места. Вы отправите мэру такие сны, которые он никогда не забудет. Вы действительно отправляете нас в сны мэра? Да, действительно. Разве я не говорил вам, что это величайшее изобретение всех времен? Просто делайте то, что я вам говорю, и мэр станет моей марионеткой. Мама? Папа? Это действительно вы? Да, это мы. Твой папа и твоя мама. И ты был очень-очень плохим мальчиком. Но я неплохой мальчик. Я хороший мальчик. Тогда докажи, что ты хороший мальчик. Иди в мэрию и возьми свой секретный код из сейфа. Затем отправь его мне по факсу. Сделай это сейчас. 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 Какой замечательный фильм. Я просто обожаю фильмы про кунг-фу. Эй, это был мэр. В пижаме. Что-то случилось. Пойдемте. Куда-то собрались? Мы следили за вами, Мегамен. Вам, ребята, нужно навести порядок. Похоже, я бомба. Давайте выбираться отсюда. Это точно. За этим стоит Уайли. Что бы он ни задумал, я это остановлю. Теперь пора навестить шефа полиции. Эй, мистер. Кто там? Твой худший кошмар, вот кто. Не бейте меня. Никогда не бывает рядом полицейского, когда он нужен. Все, что хотите. Только отпустите меня. Нам нужна информация. Особая информация. Это имя начальника службы безопасности Центра космических исследований. И вам лучше сделать это для нас, или вы получите это от нас самих. Поймите это. Мне нужно узнать его имя. Мне нужно узнать его имя. Вот и он. Он крепко спит. Мистер мэр, проснитесь. Нам нужно узнать секретный код безопасности. Мегамен, мне приснился очень странный сон, это правда. Это мое секретное хранилище. Когда мы вошли, дверь была открыта.
Как такое могло случиться? Это офис мэра. Мегамен, шеф полиции, находится в полицейском управлении. Он в халате. Вот полицейский участок, а вот и машина шефа полиции. Приятных снов, шеф. Мегамен. Плазменная энергия. Двойная доза плохого лекарства. Вы мега-придурок, чтобы получить от него заряд энергии. Я не могу пошевелиться. О, нет! Следите за новостями. Мы сразу же вернемся после получения этих сообщений. Я ненавижу это делать. Молодец, мальчик. Вот тут-то вы избавитесь от этого человека. Давайте убираться отсюда. Это еще не конец, брат. Я терпеть не могу смотреть, как бегают взрослые роботы. Давайте отвезем шефа домой, а потом свяжемся с доктором Лайтом. Похоже, Уайли нашел способ вызвать волну сновидений. Чтобы он мог передавать в сны людей все, что захочет. Так же, как мэры и начальники полиции. Именно так. Но мы понятия не имеем, что он задумал. Мне придется найти способ противодействовать его сновидениям. А пока нам нужно найти доктора Уайли. Я пришлю поисковых роботов, чтобы они помогли вам. А теперь преподайте моему брату урок, который он никогда не забудет. Как-нибудь в другой раз мы должны добраться до Центра космических исследований с кодом безопасности мэра и именем начальника службы безопасности космического сектора. С уважением к нашему шефу полиции. Моя машина мечты скоро будет на орбите, и весь мир будет у моих ног. Поисковые роботы обнаружили Уайли и его подлых роботов. Они где-то здесь. Теперь он у нас в руках, парень. Этот фургон защищен плазменным щитом. Уничтожь его раз и навсегда. Давай ближе к делу, Мегамен. Сегодня тебе не повезло, Мегатер. Парень, давай быстрей. Мне нужен супервзрыв. Здесь мы должны остановиться.
Я не знаю, кому из нас двоих хуже. Роботы Уайли — это мы. Умный парень. Сейчас он фотографирует внутренности фургона Уайли, чтобы я смог создать машину, которая будет противостоять машине мечты Уайли. Уайли мог отправиться только в три места, и самое большое из них — это космический исследовательский центр. Утром на Международную космическую станцию отправляется ракета. Мы не позволим ему вмешаться, правда, парень? Нет. Это слишком просто, благодаря коду безопасности. Все мои труды скоро окупятся. Помести портативный передатчик мечты в грузовой отсек этой ракеты. Без проблем, док. Все, что нам нужно сделать, это дождаться. Эй. А что, если появится мой двойник? О, мы будем готовы к появлению синего твирка. Я отправлю тебя в сны начальника службы безопасности. Но сначала я сделаю так, что ты будешь выглядеть как Мегамин. К тому времени, как я закончу, начальник службы безопасности уничтожит Мегамина на месте. Мегамин, что тебе нужно? Я собираюсь разрушить этот исследовательский центр просто ради забавы. Нет, нет, ты не можешь этого сделать. Просто попробуй остановить меня. Я остановлю тебя. Я уничтожу тебя на месте. Остановите Мегамена. Уничтожьте Мегамена. Уничтожь Мегамена. Это приказ службы безопасности. Уничтожьте Мегамена на месте. Повторяю, уничтожьте Мегамена. Уничтожьте Мегамена. Уничтожьте Мегамена. Давай же, мальчик, что-то подсказывает мне, что нам нельзя терять ни минуту. Нам нужно немедленно встретиться с начальником вашей службы безопасности. Это срочно. Уничтожьте Мегамена. В чем дело? Мегамен, вы находитесь под прицелом. Я должен позволить им арестовать меня, мальчик. Я не хочу причинять вред ни одному человеку. Мегамин скоро вернется после этих сообщений. Теперь мы возвращаемся к мегачеловеку. Мальчик, ты слышишь то же, что и я? Остановись! Ты сам облегчаешь нам задачу, Мегамин. В тот раз человек-бомба чуть не прикончил нас. Не волнуйтесь, Мегамин.
следующий раз все получится. Я полностью с тобой согласен. Вы здесь, чтобы помочь нам запустить нашу новую машину мечты «Мегабро». Возьмись за край забора. Давай схватим его. Эй, что происходит? Вам, ребята, это точно понравится. О нет, мы в ловушке. Слишком поздно, Браш. Мы все еще можем связаться с начальником службы безопасности и попросить его предупредить экипаж космического корабля. Мегамин. Командор, подождите. Это я, Мегамин. Почему вы приказали своим войскам атаковать? Это я? Я. Мне приснилось, что вы собираетесь уничтожить центр. Это было так реально. Это был не я. Это заговор доктора Уайли. Ты должен предупредить команду астронавтов, чтобы они не засыпали. Я не могу. Мы проходим через радиационный пояс. Связь прервана. Уайли установил одну из своих машин сновидений на ракету. Значит, он собирается установить ее на космической станции. Не пытается ли он получить контроль над космическим экипажем? Именно так. Если Уайли получит контроль над космической станцией, он сможет следить за каждым мужчиной, женщиной и ребенком на Земле. Космическая станция станет глазами и ушами Уайли в космосе. Он сможет наносить неожиданные удары в любое время, когда захочет. Что нам теперь делать, доктор Лайт? Благодаря фотографиям, которые сделал Раш, я смог создать дубликат машины мечты. Мегамин, я отправляю Ролла с моей машиной мечты. Мега, я доставлю тебя в сны астронавтов на космической станции быстрее, чем ты успеешь произнести «Спокойной ночи». Отлично. Моя портативная машина мечты уже на борту космической станции. Как только я перенесу вас в сны этих астронавтов, эта космическая станция станет моими глазами и ушами в мире. Эти астронавты увидят сны, которые они никогда не забудут. Начинай, Ролл. Они уже опередили нас. Нужно убираться отсюда. Но куда? Где мы находимся? Вы находитесь в замке лорда Уайли и будете делать то, что мы вам прикажем, иначе... Мы сделаем все, что вы скажете. Конечно, сделаете. Теперь вы наши космические рабы. Подумай еще раз, Протомен. Для тебя я сэр Мегамин. Я отправлю тебя в страну грез навсегда, мега-тупица. Давай закончим это, Мегамин. Эй, я застряла.
тебе никто не говорил, что вторгаться в чужие сны невежливо. Иди в грузовой отсек, уничтожь там маленькую мигающую машину. Поторопись. Маленькая мигающая машина. Уничтожить машину. Уничтожить машину. Я не понимаю, что происходит. Нет. Не думаю, что тебе еще придется играть в песочного человека, Уайли. Подумай еще раз, Док. Пока, Уайли. Сладких снов. Теперь, когда мы можем противостоять машине Уайли, я не думаю, что он будет продолжать свои игры с кошмарами. Кстати, о кошмарных играх Раш проигрывает. Эй, Ролл, просыпайся. Ты спишь. Раш выигрывает. Я забыл. Роботы не спят.